Да ну Толик придурок. Ну что я ему говорил, не надо деньги жалеть. Он меня не послушал. Хотя я не такой дурак, как Толик думает. Я в сравнении с Толиком вообще академик и умница. Не, ну надо было так глупо сэкономить. Это, в автосалон с ним пошли машину ему купить. А Толик до этого вообще 5 лет деньги копил, не пил совсем. Ел через раз по 0,5 порции гадость всякую. Только стиральным порошком мылся. Носки только ношеные покупал, и то только по праздникам надевал. За автобусом пешком бегал. Не, ну, надо было так глупо сэкономить. Это, пошли с ним в автосалон машину ему купить. А там, короче, мы заходим так, и из подсобки такой выбегает орел на курьих ножках. Ребята, я вижу, вы в натуре путный. Сбросьте мне на карманчик пару штук. Я вам конкретную тачку выведу из стойла. Не паленую, не убитую, со всеми делами, без всяких дел. А Толик же патриций, блин, крутой, гордый. Вот так мизинчиком сквозь шляпочку свою черепушку почесал. Говорит, вы знаете, не пошли бы вы некоторым образом туда, где такому, как вы, подобает находиться, ввиду того, что я прошу вас туда пойти. Тут орел вообще не понял, говорю, я не понял. Ты меня послал или спасибо сказал? Толя, вы знаете, не для того я трудился и работал, чтобы мои банковские билеты достались такому маразматическому нумизмату, как ты. Ну, этот орел, короче, опять не понял. Понял только, что кирдык ему сушеный за место бабок. И может греметь отсюда копытами, куда рога смотрят. Ну, короче, плюнул и в подсобку себе смылся. А Толик это, машину купил, оформил, ну, АКА! Мечтали ли Буда? Ну, помесь детской коляски с бензопилой. И главное, довольный такой, аж глаза за место фар дальним светом светят. Я чё ты радуешься, самец ты, блин, козий. Чё ты радуешься? Чё ты пляшешь, как будто тебе Бронцалов усыновил? Ты бы, блин, тушка кальмарная лучше не сопли носом рожала, спросил, какой у него пробег. А то она так выглядит, как будто до тебя на ней не столько ездили, сколько верхом скакали. Толик, ты на руль посмотри, он же как у самолета, только вверх-вниз гуляет, а вправо-влево ни хрена, ни один, ни под ручку не гуляет. Толик, ты что, погребальную колесницу купил? Чтоб туда-обратно на ней на тот свет ездить? А резина драная какая, смотри. Толик, если б на тебя самого такую надевать, знаешь, сколько бы у тебя детей было? Это ж Толик! Ему сказали, что он самый круглый в мире колеса, он недовольный. Он не слышит, как ему в спину пол магазина гогочит. Ему сказали, что она минимум год, максимум 2 недели проездит, и уже рад. Ну, короче, сели мы с ним на сиденье. Они это крутые такие, с меховой оторочкой. Толику сказали, что это последний писк. Северный вариант. Натуральный мех, очень редкое животное. Долбанутрое. Ну, короче, сели мы с ним на сиденье, Толик так ключ вставил, сцепление отжал, передачу врубил. А лучше бы, конечно, не врубал. Он ее на пятую сразу врубил, потому что первые 4, блин, то ли в комплект не входили, то ли они задние, все 4. Ну, короче, тронулись мы с ним. Вернее, сперва поехали, потом бух, врезались, потом тронулись. Я уже, когда нас, ну, привезли, ну, в больницу, я сестре говорю, подруга, ты скажи, Толик-то, может, живой? А что, как хорошо, что вы сказали.
А то ведь он ничегошеньки, даже имя свое вспомнить не может. И почему-то, говорит, до сих пор дым с ушей идет. Наверное, когда я сквозь стекло летел, сигарета в горле застряла. Не, подруга, это не дым, а пар. Это не водила он, а чайник. Ему на деревянной лошади в дурдом для престарелых надо ездить, а не на железной машине. Ну, короче, мы когда с Толиком уже пошли, ну, на похороны, ну, машины. И, короче, когда уже, ну, опускался, ну, пресс, Толик не выдержал и сказал: я не homo sapiens, а макак резус. До того я вот из жизни запутался. Так мне муторно и хреново, что мне аж слезами писать хочется. Толик, ты если хочешь, поплачь. А если хочешь, вон туалет. А вместе с одного крана не надо. И не макак ты, а человек. И не просто человек, а мой друг. И не просто друг, а мой лучший. А машина, хрен с ним. Вон у нас вчера на складе 300 тамагочи одновременно бибикнули и сдохли. А мы с Толиком ничего, мы с Толиком живые!